Объяснять сейчас. Так, вот эти надо лагерный пруд. Вот сюда вот. И вот эта вот трасса, это, которая задержит, он ее поднял больше метра. Это было так непросто. Так, так это лагерный пруд. Это лагерный пруд и крещение идет. Да, 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 да. И вот это он поднял. И вот видите, он возвел как это. Так теперь там вода тоже поднимется. Вода там поднимется. Там много должно подняться. О, рыбка будет. И рыбка будет. И с той стороны насыпь сделана. Вот. И сейчас маленько движемся. Потихонечку поедете. Потихоньку. Так, смотрите там. Сейчас мы потихоньку вперед двинемся. Медленно. Смотрите, дверку придерживайте. И там вторая насыпь сделана, по которой он туда залазит. Подняли чуть ли не сантиметров на 70. Открой дверку. Да. Вот видишь, откуда у него было. Тут опять загородили. И вот тут ему был подъезд. Надо было возвести. Оно все тонуло. Я говорю, так вы верхний слой сделайте из него подушку. Ну, метр хотя бы возвели. Вот он. И отсюда стал заезжать. А с той стороны оттуда, там посередине бетонный спуск. И нам его никак нельзя было бетонный спуск вот возвысить выше-то. И пришлось еще его забутить. Слив бетонный. А новый здесь сделать, вот где жерди. Вот здесь загородили уже. А того бетонного не будет? Не будет, он ушел под землю. Из-за него-то мы не можем поднять ничего, он на определенный уровень. Угу. Теперь мы его подняли, вода уже начинает тащиться на новый, который мы сделали. Ширина 2,80, ну это пролет большой для воды. Угу. Вот так, все, можно ехать. Мы просто, люди молились за нас. И... Здесь было очень опасно. Он заехал, когда где бетон, и у него полгусеницы свисло. А высота около 5 метров. Он бы несколько раз перевернулся, и внутри вода вымыла колдобоина. Ужас просто. Говорили, никто бы не взялся, но это ас. И он довел, и теперь на всем мосту на этом, на плотине, надвинул теперь, просто запасной земли сделал на всем протяжении. Высота полметра еще. Так просто кущами. Где прорвет, чтобы сразу затрамбовать. Угу. Вот. А здесь вот этот лог. Здесь первый мостик называется. Здесь ну, метров 8 прорыв и не было проезду. Вот мы его запечатали. То есть как мы? Он запечатал-то. Я указывал только. А здесь такая трава, ехать нельзя. Велосипед на себе тащил. А на завтра я садился с ним в кабину, а отец Аким говорит, у меня же позвоночник, операция была, да две грыжи еще там рядом свистят. Тебя растрясет, ты домой не придешь. Ну и правда. Я говорю, вы опустите нож-то, и оно пойдет как-то. Вот какая трасса, видите, готовили. Все, дошла, вон она идет дальше, и на том закончили. Как раз перестройка началась. Сюда коров гоняем. Вот эту землю отдали Ермощихе, а Ермощиха где? За Корчиной. Вообще. Мы за нее бились, а бесполезно. Притом Вагнер рассмотрел и говорит, у них ни документы, ничего нет. Так, келейно, подзаборно решили. Уточка сидела. Что-то маловато на грибли повыше нельзя. Нельзя. Нет нужды в этом, она прорвет все равно. Так, я хочу. Маленько вот здесь затормозите, я выйду еще раз покажу. Показать. Смотри, еще коровы. А почему они здесь? Это... Алеша, расскажи я им это. Нету, я вот здесь. Еще? Поедет здесь. А, не. Да, он зацепит здесь, он не поедет. Да. У него высокая, у него ниже. Да подожди, мне фотографию взять надо. Мы тут кого-то выкинем. Так, мы оттуда молодежь выкинем, а вас посадим. Куда? Давайте, поменяемся.
давай. Мы поменяемся местами. Опа. Это первый мостик. Прохода не было. Это все, вот это была вода. Да, и нет, не будет. Здесь. А да, вон вода уже закрыта. Так, вода. По-другому нельзя пока. А если она прибавится? Пойдет и смоется. Все, это не страшно. Это до осени. До осени, потому что здесь, думаю, купить, сказали, ну, железный такой кузов длинный, 12 метров, да, и его сюда положить, чтобы по нему ездить. А это уйдет все. Так, сколько за нами идет? Раз, два, три. Троих туда молодых. Троих туда. Да. Да. Так. Так, подожди. Высоко, это тихонько, пока мы высадим. Молодых. Машина, Сергей, куда? Проходите. Баба Валя молодая. Баба Нина. А, ну, спрошу. Да. На той стороне. Игорь, ты помидоры возьмешь, тетя Валя, гостинчик тебе. Где мой бутылочек, бутылочек? А, вот. Говорит, что возьмет. А еще что? А что у него все есть? Они в коммунальной квартире, дача? Не, у них коттедж. Коттедж? Как? Там они снеги не отвечали. Так, сестры, пока помолитесь. Мы не можем уехать, мешает ему. У него низкая машина. Это бобры. Бобры. Давайте. Так, ну что, маленько потеснитесь, да? Сможете? А что на урывке благовестно? Так, закрывай. Сейчас...